Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 14 февраля на канале Домашний состоится премьера сериала «Другой мужчина». Второе название сериала – «Чек на любовь». Успешная бизнесвумен Настя к 40 годам построила отличную карьеру, но смертельно устала от одиночества. Лучшая подруга считает, что ей нужно создать счастье собственными руками. Прислушавшись к этому совету, Настя решается принять предложение руки и сердца своего подчиненного. Виталий – молодой, красивый, здоровый, хваткий и к тому же ей очень симпатичен. Он обещает подарить ей семью и ребенка в обмен на помощь в карьере. А любовь придет сама собой. Но этот коммерческий проект оказывается под большой вопросом. После случайной встречи с маленькой девочкой и ее отцом. Премьера сериала состоится 14 февраля на канале Домашний. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!